Вкусное, натуральное, свое. В Чебоксарах начали работать сельскохозяйственные ярмарки «Дары осени». В этом году торговых площадок стало еще больше. Где можно купить продукцию местных аграриев, узнаете из нашего сюжета. На этой площадке в Новоюжном районе столицы ярмарка «Дары осени» открылась впервые. Для фермеров здесь обустроили деревянные павильоны, всего около 30. На прилавках самые разнообразные продукты – мед, рыба, сырые колбасы и, конечно, овощи и фрукты. От домашних яблок и груш до сортового винограда. Вот замечательный сорт «Reliance Pink Seedless». Это американский сорт, кишмиш без косточки, мясистый такой, сочный, мясистый. Грозди – это кило 300, кило 200 грозди. Даже вот на рынок пойдешь, вот таких вот на рынке нет таких гроздей. По соседству торгуют саженцами плодовых деревьев и кустарников. Здесь же можно запастись семенами. Возьмите попугайные, еще я вам советую. Вы нигде не видите попугайные такие. Поздние они, в июне зацветают. Овощи прямо с грядки. Картофель, морковь, лук, свеклу и капусту аграрии привозят тоннами. Цены не кусаются. К примеру, килограмм картофеля стоит всего 10 рублей. Мы сегодня вывезли картофель, свеклу, морковь, капусту. Ну и продукция собственного производства. Это мы на своем филиале в Цивитском хлебоприемном предприятии производим крупы в ассортименте. То есть и полбяная крупа. В прошлом году начали выпускать гороховую крупу. Подобные ярмарки будут работать по выходным в течение 2 месяцев. В городе для этого определены 7 крупных площадок. Это у нас Новогородский, улица Новогородская в Новом городе, значит, по проспекту Айги в Юго-Западном районе, территория Юго-Западного рынка тоже задействована, и задействована территория торгового комплекса «Северный». Также основной площадкой является торговый дом «Николаевский». Кстати, на 3 точках – рынка «Северный» и «Николаевский», а также у торгового комплекса «Мадагаскар» организована бесплатная доставка продукции. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.